противовес сторонникам теории глобального потепления, академик Российской академии наук Геннадий Матишев сделал вывод о том, что человечество, наоборот, ждет малоледниковый период. Так ли это на самом деле, рассказывает эксперт Казанского университета. Об эпохе ледникового периода на Земле многие из нас наслышаны благодаря легендарному мультфильму 2000-х, погрузившего зрителей в невероятные приключения первобытных зверей, отправившихся в большое путешествие в теплые края. Однако мало кто размышлял, что может всерьез оказаться на месте главных героев. По мнению океанолога, академика РАН Геннадия Матишева, если бы теория о глобальном потеплении была верна, то арктический лед давно бы уже растаял. Вспоминая свое путешествие на Северный полюс, ученый отметил, что теплый период в Арктике завершился. И наступает холодный цикл. Так он напомнил о цикличности климата на Земле. Климат всегда менялся. И последний малоледниковый период у нас закончился в середине 19 столетия. А затем уже температура стала повышаться, и вот сейчас она поднялась с того времени примерно 1,9 градуса. И начиная с 70-х годов началась минувшего века активная фаза глобального потепления климата. На сегодняшний день существует множество разных точек зрения касаемо причин изменения климата. Однако в целом их можно разделить на две основные группы. Антропогенные, связанные с деятельностью человека, и естественные, то есть природные. К последней группе и относится точка зрения Геннадия Матишева. В настоящий момент действительно за счет этого естественного фактора немножко температура понижается. Почему она понижается? Потому что существует так называемая теория Миланковича, согласно которой изменение параметров земной орбиты приводит к тому, что у нас перераспределяется солнечная энергия на планете. Благодаря тому, что радиация поступает неравномерно, возникают ледниковые и межледниковые периоды раз в 100 тысяч лет. Последний ледниковый период завершился 18 тысяч лет назад. Поэтому если следующий такой период и наступит, то совсем не скоро. Это вопрос многих тысяч лет. А пока что большинство ученых все же придерживаются точки зрения о глобальном потеплении. Есть мониторинг наблюдений по всей планете, и каждый очередной год он становится все более и более теплым. И тенденция повышения температуры, она является положительной. Ну и кроме того, много очень природных факторов. Океан, уровень океана постоянно повышается. Ледники в горах тоже тают. Теперь северный морской путь, ледовитый океан, он тоже улучшается. Льда становится все меньше и меньше. То есть очень много таких признаков, доказательств, последствий того, что действительно климат меняется в сторону потепления. Диана Жленкова, Универньюз.